Всем привет! Да, куда-то я пропала, что на карте мира саму себя найти не могла. Но вот я у аппарата, так что начну. Хотя стоп, сейчас уже Новый год, поэтому всех поздравляю. Пусть Новый год подарит вам новые возможности, наполнит каждый день радостью, превратит ваши мечты в реальность, а все ваши усилия и труды в отличные результаты. А сейчас приступим к теме видео. Ну, что я могу сказать? Все было не так классно, как могло бы быть. А даже лучше! Обычно во вторых частях все сдуваются, как старая шина. Но это точно и здесь. Кажется, они все это время набирали обороты, чтобы выстрелить еще более яркую и запоминающую часть. Она вышла грандиозной. Больше мюзикла и приключений, с каждым разом события набирали обороты. Тут рассказывается о том, как труппа нашего Куала решает тайком пробраться на большую сцену. Что у них с успехом получается сделать. Но это точно не конец, а только начало. Ведь дальше им предстоит столкнуться с испытаниями судьбы, где каждый должен был что-то преодолеть. Но не позже, она, конечно, была вообще на чиле почти, но не суть. В общем, кто не посмотрел, могу точно посоветовать провести с этим анимационным фильмом свой вечер. И вы точно не пожалеете. А с вами была Анастасия, до новых встреч!